Здравствуйте, друзья. Начинаю реализовывать задачу, которую мне поставил заказчик. Это создание каталога всяких моделей с нейросетями, искусственными интеллектами в том или ином виде, выполняющие различными задачами. Ну вот с вами сейчас и начнем. Вот. Две модели. Они достаточно известные. Ну, какие-то бесплатные, есть лучшие модели, во всяком случае. Но наше дело составить каталог, ну, чем мы займемся. Значит, давайте мы хлеб и зрелище, поэтому... Так, давайте вот Cinematic, Sexy Woman in a Bikini on the Beach. Ну и давайте генерить, посмотрим, что будет генериться. Хлеб и зрелище, вот это популярно. И я помню, как... О, смотрите, какая. Еще пока с глазами или и этими плохо, да? У них все сбивается иногда. Но в целом, да, если вам нужно будет обложку лет через 5 сделать для того, чтобы рекламировать свои купальники, то или пляжи, или коктейли, или еще что-то, уже можно будет... как бы обойтись и без фотографа, и без модели. И мир становится интересным. Я помню, как мне говорили, да ну чего там, да это нет. Ну, там всяких работяг заменят, а нас, фотографов, художников, программистов, ну никогда такого не будет. Ну вот. Так, это было бы чего, да, смотреть и не песни не составлять. Я уже тут... одну составил, давайте послушаем, да? Сейчас, припевчик будет. А, это какая-то другая. А вот это... А мы пока давайте играет, а мы еще... Так, это мы какой синематик? Давайте одну сверху. О, тут смотрите. Можно как? А в 30-х? О, 20-е года. Давайте посмотрим. История. Ну, сделает. Не, они... А, о! Ха. Век назад практически, да? Девчонки бы выглядели вот так по прическам. Давайте посмотрим. И это все. И музыка. И вот это вот. А может быть и я уже. Ссылочки на эти аишки будут. А потом я начну собирать и будет каталог. О, это 30-е годы. Ну-ка, 40-е. Ну, 50-е давайте. Да, то же самое, наверное. Музыку сгенерирую. О, 50-е, хорошо, смотрите. Но с лицами еще, да? То ли специально, то ли случайно. О, смотрите, с лицами. Фигура сойдет. Так, 90-е давайте посмотрим. Это моя молодость, какие бы. Помнит он? Я помню, какие девчата должны были. Не, не смог, да? Ну, давайте еще попробуем. А, что мне на портрет поменял? Мне ландскейп, не надо. Мне. О, в 90-е, и с лицом получше, в 90-е, а? Все сделано. И фото сделал искусственный интеллект, и музыку написал. Скоро 3D-модели будете. Будем погружаться туда, в 3D.
Вы вообще АИР эти маски смотрели с девчонками? Нет? А порнуху? Вот посмотрите. Так, 90-е потрясающе было. Я правда... Full Flat Illustration, а что такое, не знаю. Мир становится... А, флет это вот так. Во, это вообще уже круто. На всякие эти. Но вот что-то с глазами. Как-то вот с левым глазом у них почему-то подкашивает. Так, Flat Illustration. Illustration, это я понял. Так. Ну-ка, что тут еще? 3D-покемон. Вот, давайте посмотрим, как будет 3D-покемон. А девчонки будут, наверное, парней в леопардовых стрингах. Какой-нибудь слесарь в леопардовых стрингах. Ну, это что-то такое. Ну-ка, давайте глянем. Так. Это там 4 песни сейчас играть будет. Мы их дослушаем и потом... Ну, такое себе в резиновом купальнике, да? Покемоны. Эмоджи. А 3D-эмоджи это что будет? О, эмоджи. Ну-ка. Аватарка, да? Класс, класс. Так. И тут даже вот посмотреть, как что представляется, и то интересно. Пиксель-арт. Баннер сделать, да? Пиксель-арт, это попиксельные баннеры. Раньше очень дорогие были. Выглядели мне не нравилось как. Ну, давайте глянем. Ну, такое себе, да, вот. Не в восторге я от этой генерации. Так. А тут что еще? Flat Illustration, а вот это что? Так, а давайте мы сделаем ту секс. Что мы? О, да, прикольно, прикольно. Ту. Две. Ну-ка, вот так. Generate. Ну-ка. Все по одной смотреть, да? А потом три вообще. Красоток должно быть три. Не смог, да? Ну-ка. Уже не может? Не может. А, нет. Во, ребята. Видали? Так, а если на фото? Вот нам что там, 90-е было круто, да? Самое лучшее мне понравилось 90-е. А потом 80-е надо. 80-е я тоже уже был большой мальчик. Но это вот к тому, каким будет не сделал, да? Не сделал. Давайте еще раз. Мир будущего и то, что это не шут, не может, да? Шут не хочет. Или я его там уже... Ну, давайте аниме попробуем. Аниме попроще же ему. Две уже не может. Или не хочет. А? Нет, черный что-то. Не получилось. Ну ладно. Казуал. Ну-ка, это что будет? Не, давайте уберем две. Это надо. Что-то уже все, да? Меня банят. Наверное. Ну-ка, что тут еще? Oil painting, ну давайте. Нет, наверное, все уже. Я выбрал свой. А, не, не. Ну-ка, oil painting. Ну так, ничего, да? Так, а ту? Давайте ту наберем. Как там ту у нас? Вот так.
Если он так не хочет циферки, может быть, вот так ему будет. По-моему, так, да, пишется. Я уже забыл английский-то. Посмотрим. Сделай. Не хочет, да? Сейчас проверю свой английский. Во-вторых, да? Так, а это если сейчас два. Два. Ну да, все правильно. Так, давайте так сейчас. А диснеевские? Ну все, у нас музыки закончились, да? Ну и не одну сделал, да? И мы на этом сейчас закончим. Короче говоря, и на одну, и на вторую не хочет он две делать. Комик. Не тянет. Нагрузка большая. Ну давайте последнюю сейчас какую-нибудь сразу несколько сделаем. Вот. О, а здесь сделали, да? Какие-то старушки вышли на пляж со странными. И тут какие-то валяются. Ну, странный мир какой-то. Странный, да, дьявольский такой. Иногда проскальзывает такая дьявольщина. Ну, все на этом, ребят. Все, все, что хотел, показал. То, что искусственный интеллект, нейросети врываются в нашу жизнь. Вот. Все попытки сказать, что это... ну, как бы не коснется сфер каких-то высоких, коснется, всех заменят, все, включая врачей, учителей, поваров, кого угодно, программистов, писателей, читателей. Ну и давайте послушаем, как это на английском выглядит, стих, который там песенки пели. She's a beautiful woman. Oh, so beautiful. Everyone looks at her like it's a crime. The whole world is at her feet. She is a dazzling star. She has a heart of gold that shines from afar. Beautiful woman, you are a shining light, bringing joy and surprise day and night. Так, все, до новых видео про новые эти самые искусственные интеллекты. Так.